Стоп, там играет какая-то запрещеночка, я это прекрасно слышу. Я прям вот это вот... Я слышу, что это запрещеночка. Так, ну и нафиг. Блин, да вы серьезно? Я убрала, она все равно играет. Ты отключила свой звук, а не музон в игре? О, господи, пипец! Ну все, это минус стрим, ребят. Это именно стрим. Я не то отключила. Полная жопа. Ясно. Я не то отключила. Я по ошибке отключила не то. Ну все, это минус стрим. Стрим это не сохранится. Класс. Ну послушали зато музыку, ребят. Все. Супер, супер, я ткнула не на то. Я ткнула не на микрофон, ну, не на музыку, но ткнула на микрофон. Замечательно просто. Просто замечательно, волшебно. Круто. Но я не смогу, это лицензия. Эту лицензию придется удалять. Ладно. Может, обойдется? Нет, это обойдется тем, что канал на неделю отстранят от стримов. Да.
Кто-то музыку послушали. Ну ладно, хорошо, ладно. Кто был на стриме, тот послушает. Кто не был на стриме, тот не послушает. Ладно. У меня музыка, причем вся выключена. Но вот как это работает? Я просто слов нет. Громкость музыки на ноль. 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 У меня не должно быть музыки. Какого хрена она вообще есть? Пипец. Ну пипец просто. Я отвлеклась, я типа ткнула, и все. И подумала, что у меня все отключено. Ну просто тык-тык. У меня две клавиатуры, сейчас две мышки. Поэтому мне сложно маневрировать. Я просто тык и все. Классно, блин. Сама себя подставила. Если дропнуть запись, я ее удалю, естественно, но я к тому, что запись не останется.